Саша, завтракать. Так, предупреждаю, котлеты на 2 дня. Тебя это тоже касается. Что же они, 2 дня будут томиться в холодильнике, такие вкусные, такие одинокие? Саш, надо рабочих нанять, крышу починить. Один не справишься. И материалов купить. Марго деньги отдала? А, ну понятно. Ну мы же банк. Никит, как учеба? Вот мне говорили, школу закончишь, и начнется спокойная, хорошая жизнь. Начались одни проблемы. Какие проблемы? Так, мать, ну-ка сядь. Подожди, ты что-то скрываешь? Что случилось? Сядь, сядь. Ты что, здоровый мужик вырос и не знаешь, как решать проблемы? Вот так вот взял, свернулся калачом и заревел, заревел! Вы издеваетесь, что ли? Спасибо большое. Очень вкусно. Очень смешно. Держи. Никит, мимо почты пойдешь? Брось. Мам, это уже 5-е. А я и 10 напишу. Страна большая. Уникальных мест много. Дамы и господа, Академия наук одна. Сделайте подарок себе и своим близким. Успеете купить лотерейный билет, и, может быть, именно вы станете обладателем 15 миллионов. 15 миллионов! Торопитесь, розыгрыш завтра. Лотерея мечта. Любой билет может стать счастливым. Смотрю я в окно и вижу, идет Андрюша в синей курточке. Чемоданчик такой желтый, красивый. А я вместо того, чтобы бежать, обнимать, целовать сына, иду варить борщ. Ну, это ж сон. Да. Во сне не такое привидится. А давно он звонил? Да уж почти месяц как. Вы уж извините, Вера Матвеевна, но за 19 лет не приехать ни разу. Ну, не отпускают его, не отпускают. Он же на службе. Я сама к нему ездила 4 раза. Помнишь же? Помню. Да, это мне теперь не до дорог. Ты мне вот тех таблеток купи от аритмии. У меня штучки 2 осталось, по-моему. Там. Куплю, куплю. Вы самое главное не волнуйтесь. И не переживайте по пустякам. Да, да. А то давление опять подскочит. Да, оно и так подскочит. Мне знаешь, что волнует-то? Моя у тебя огородная недостаточность. Так хочется на грядках повозиться. Так ведь голову так поведет, бывает. Боюсь, прям навернусь. Ты уже спешишь, да? А что у тебя с сапогом-то? Да замок сломался. Ой. Так давай я тебе свои дам. Они у меня совсем новёхонькие. Почти, может, пару раз одевала-то всего. Сейчас скажите, давай. В 90-х. А чего? Они у меня были супер. А? Давай. Да нет, спасибо. Ладно, я бегу вечером за мной. Ну да. Сами посудите.
судите, город вымрет, где людям работу-то искать, а? Ну хорошо, вам на людей все равно, а внучки подумайте о своей. А я говорю, не лезь! Все, что ты должен делать, это выполнять мои указания и помалкивать, понял? А внучке он моей заботится. Здравствуйте. Саня, я не понял, а что это было? Да что тут непонятного? Объединение нашей конторы с Василковским комхозом, дело решенное. Нас всех под сокращение, он на пенсию пойдет, а мы с тобой на улицу бутылки собирать и дело к стране. Не, это понятно, а о чем так орал? На пенсию хочет спокойно уйти, а я все равно письмо в газету напишу. Черт, ты добища-то какая, как Нине сказать, здоровый мужик, ни работы, ни перспектив. Так ты же вроде хотел резюме закинуть. Ну и что толку-то? Закину я это резюме, из предложения один только дальняк. Нина отсюда ни за что не уедет. Придется на вахту соглашаться. О, слушай, Саня, может, к черту эту работу, а? Ну, что я тебе, ножи делать за рулем производства, хотя кому они нужны? Ой, как жить, как жить, как жить. Слушай, я на последние деньги накупил лотерейных билетов. А черт тебя знает, вдруг сорву джекпот. Слушай, Саня, а если Петрович уходит на пенсию, кто на меня руководить будет? Я не знаю. Так, ладно, работать надо. У школы на Кузнецово дерево упало, хорошо не убил никого. А ты что сидишь-то, а? А что? Ты решетки сварил? Варю. Ну так вари. Я варю. А что вари? Варю, я варю, варю. Что ты разорался? Варю. Представьте, на конях, быстрых, как ветер, оставляя за собой клубы пыли, мчатся всадники. Они несутся по бескрайней степи навстречу солнцу, славе и бессмертию. Этих загадочных воинов называют скифами. Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита Михайловна. Дети, идите в школу. Мне с Ниной Алексеевной поговорить нужно. Здрасте. Здрасте. А я еду мимо, смотрю, вы тут. Решила подвезти. Ой, да я сама. Нина Алексеевна, я что хотела? Денег до получки не одолжишь, а то у дочери свадьба как в черную дыру улетает туда. Все, в ресторане аванс требует. Маргарита Михайловна, у меня... Ну, хоть сколько-то есть. Сапоги сломались и... Нин. Ну, да. Ну, вот и спасибо. А сапоги тебе муж починит, он у тебя рукастый. Ну, вот и спасибо. Да. Ты мне поможешь, я тебе так и проживем, правда? И, кстати, Нин, меня завтра не будет в школе. Пожалуйста, проведи вместо меня в 7-м по географии, ладно? Так я же историк. Ну, что там, у меня учебник на столе лежит, там заложено, все, разберешься, ладно? Ну, поехали. Поехали. Пожарку уже сформировали, слышали? Да вы что? А если пожар? 4-й Б, приятного аппетита. О, привет. 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 Так. Девчонки. О, пирог! Ну, не знаю, конечно, как получился, но... Папа, всем? Капуста и грибы. Ну, что? Молодец. Вкусно. Вкусительница. Вся диета не к черту. Слышала, ну пожарку-то расформировали. Как расформировали? Да, представляешь, если пожар. Да, если пожар. Девчонки, у мужиков и так работы нет, хоть беги. Ну все, если Славка моего уволит, я не знаю, как мы выживем. Нет. Зоя, твой-то муж каменщик знатный, но он работу себе найдет. А вот моему теперь только в охрану. Вот жрать. Кому сейчас каменщики нужны? Сейчас работы нет. Денег ни у кого нет. А если Сашу сократят? Вы же Саша умница, и все это знают. Даже если сократят, он себе работу быстро найдет. Угу. И не пьет. Ой. Что правда, то правда. Ладно, я за компотом. Никому не надо? Компот запишите на меня. А давайте еще один и пирожок. Держи. Угощайся. Спасибо, Нина Алексеевна. На здоровье. Они мальчик хороший, но вы бы не прикармливали его. А то привяжется, потом сами не рады будете. Я калькуляцию для интерната делаю и уверяю вас, и хорошо кормлю. Угу. И потом кто его знает, мать-то пьющая?
Да, он умненький и добрый. В его возрасте все дети хотят есть. Даже домашние. А его мама? Она же его не видит. Далеко. Навещает редко. А он совсем один. Ой, слушай, ну то, что умненький, ладно, согласен. На одно другому-то не мешает. Ну, Сашка-то ему тоже интернатский. И ничего. Выучился. Стал уважаемым человеком. Ну, все получится. Угу. Только вопрос, он найдет на себе работу или нет. А, вчера своему говорил. Позвони брату Бананев. Может, туда переберемся, а он не знаете, что? Ну, что? А жить где мы будем, дом-то наш не продать. Да, никаких перспектив. Мрак. Ну, почему никаких? Завтра розыгрыш джекпота. Вдруг повезет. Да. А лотерейку-то купили? Три. Три? Угу. Сумасшедшие. Всем привет. Привет. А что ты делаешь? Компьютер опять сломался, что ли? Да не, меня попросили посмотреть. А-а-а. Хорошо, что у тебя руки золотые. В жизни пригодится. А то сейчас все только и говорят о сокращениях. А у тебя у самой-то как дела, маменька? Да как? Сапог. Смотри, можно починить? Можно. 100 раз уже чинил. Да дай ему спокойно умереть. Нет, ты глянь, что делает-то, а? Что такое? Ну что, ну рука была явно, ну. Все по-серьезному. Все по-серьезному. Нин, давай в этом месяце коммуналку не будем платить. Купим тебе сапоги новые. Ну, выкрутимся как-нибудь, а? Поешь. А то голодный как бобик. Дамы и господа, а мы напоминаем, что завтра состоится розыгрыш джекпота лотерея «Мечта». Делайте подарок себе и своим близким. Успейте купить лотерейный билет, и, может быть, именно вы станете обладателем 15 миллионов. Говорила же, котлеты на 2 дня. Маленькая, они такие вкусные, остановиться невозможно. Ну и замечательно. Теперь до получки будем есть одну картошку. Жареную, вареную, тушеную, пюре, драники на завтрак. Никитос, ты как? Огонь. Мы не против. Никит, ты письмо отправил? Нет, забыл. Точнее, некогда было. Понятно. Белье тоже снять забыл? Ну, если ты хочешь, чтобы это было сделано нормально, лучше сделай это сама. А что смеешься? Что бы ни попросила, все мимо ушей. На мне все. Уборка, дом, готовка. Еще работаю я. Может, мне вообще спать не ложиться? Ну вот что я такого сказал? Эх ты, поколение селфи. Устала мать, не до шутки. Что же непонятно? Никит, ну иди помоги матери с бельем. Я занят. Но у меня футбол. Ладно, луди паяй. Помогу, давай, Нин. Пожарку закрыли. Как у вас дела? Пока тишина. Семен, кажись, опять за старое взялся. Запил? С чего ты взял? Так с утра воду из крана хлебал, как пожар тушил. Видать, после вчерашнего. Странно. Вроде нормальный мужик. Добрый, хозяйственный. Почему так не везет? Ну, закодироваться. Ага, или зашиться. Светка вообще говорила, что руку на нее поднимает. Светка твоя? Да. Кого хошь выведет. Характер не приведи, Господи. И то, что моей жены, да? Нинка, ну что, Нинка? Да, Саня. Ну, пусть завидуют. Саня. Не надо.
оказывают влияние на другие факторы. Спи, спи. Отдыхай. Починю я крышу. А летом в отпуск махнем. Только ты и я. А что тут Светкина сережка делает? Светкина? Не знаю. А, так она, наверное, заходила носик попудрить. Как не зайдет, так по всем комнатам шастает. Твоя подруга, ты ей, кстати, скажи. Так а я где была? В четверг ты на собрании была, а она за картошкой заходила. Спасительница ты моя. Ой. Ну, мы же соседи. Да. Вон, сколько вы нас выручали, когда Никита был маленький. Да теперь совсем большой. Как он там? Что-то давно не заходит. Все мимо летает, гляжу. Ты не сойдет. Да, все своими делами занят. Вот элементарно. Прошу, отправь письмо. Идешь мимо почты. Так забывает. Да и вообще как-то у нас... Раньше, когда Никитка рос, жили дружно. Крепко. А сейчас как-то каждый сам по себе. Мама, не гневи Бога. Милый, милый, да все бы так жили, да. Как вы. А? Как ваши ноги? Ноги как ноги. Крутит себя и крутит. Операцию, конечно, надо делать. Да она столько деньжищ стоит. О, где же их взять? Так может, Андрея попросить? Ну, что ты. У него своих забот полно. Наверное. Да. Ладно, пойду я. Иди с Богом. Иди, милая. Здравствуй. Борщ теплый. Борщ? Да. Мой? Да, да. Класс. Ой, вернулся. Ой, что-то я ослабла. Андрюш. Ой, а ты один? А где Катя? А? Да мы расстались, мам. Как? Расстались. Да... Вы же 3 года вместе. Все было хорошо. Так, все, мам, забудь про нее. Да. Давай я лучше расскажу, как мы будем жить дальше. Как будем жить? Ой, как будем жить? Друзья, в общем, помогли. Да. Устроили на нефтеперерабатывающий. Да, уже устроили. Да. Оклад хороший, работа престижная. О, да. Да. Отремонтируем дом, заживем. И дом отремонтируй.
Ой. Как в детстве, мам. Ой, я как знала, что ты приедешь. Я так Ниночке и сказала, сварю борщ. Ты уже любишь. Как соседи-то поживают? Хорошо. Хорошие соседи, семья. Хорошая, крепкая семья. Плохо, Альбина Федоровна. Посоветуйте что-нибудь. Ой, Оленька, значит, смотри, купи корвалол, валерьяночку. Из пиона. Правильно, Танюша, пиона, пустырник, ой, боярышник. Надо записать. Корвалол, валерьянка, пион, пустырник, боярышник. Соедини все по 10 капель. Да там на же на спиртов. Ты еще не свалишь вообще. Сколько? Не спать, как владелец, не спать. Пусть спать, давление поднимется. Не поднимется, ну не спорься, я лучше. О, Нин, смотри, кто приехал. Это Вера Матвеевна. Они же раньше с сыном в Узбекистане жили. Помните, мальчик приезжал на лето? А, это в который он сам влюбился тогда, как дурочка. Что ты говоришь? Разве можно влюбиться в 10 лет? Вера Матвеевна, здрасте. Здрасте. С приездом. Очень спасибо. Не узнаю, Нина. Да? Ой, какая ты стала. А где Андрей? Багаж разгружает на вокзале. А ты что, ревнуешь, что ли? Нин, смотри, он еще соперника не видел, а уже ревнует. Ну что такое говоришь? Мы с Сашей друзья, да, Саша? Да, Нин, да. И чисто по-дружески я тебе напоминаю, ты матери обещала на работу зайти. Зайду. А мне? А ты еще маленькая. Паштет, ну все, в 7, да. Красная дал. Давай не опаздывай только, блин. Как обычно. Корек. Ты откуда такая стремительная-то? А ты откуда такой неповоротливый? Мопассан, Куприн, о любви. Это ты книжки такие читаешь? Когда твоя мама библиотекарь, не такое прочитаешь. Ушиблась? Нет. До свадьбы заживет. Свадьба намечается? Да нет, почему свадьба? Просто мама говорит, что свадьба только после института. Ты что, после школы, что ли? Мамина дочка? Да, я на исторический поступаю. Почему сразу мамина? Ну, мама сказала. А после института куда? Детей хочу учить. Да, муж, работа, огород. Ну, как же мир посмотреть? Себя испытать? Да ладно, семья, работа, это нормально. Да и потом, я всегда мечтала учить детей. А ты чего сюда приехал? Да мама на родину потянула. Ух! Не смог отказать. Слушай, Нинка, 10 лет всего прошло, так изменилось. Да ладно? Да. Ладно, мне... Я маме обещала, мне идти надо. Пока? Пока. Товарищи, господа, а мы со Светкой женимся. Очень.
спишь, остановка твоя. Билет, молодой человек. Нина Алексеевна. Здравствуйте, Маргарита Михайловна. Здравствуйте, дело есть. Стенд нужен. Здравствуйте, Маргарита Михайловна. Здрасте, Дмитрий Олегович. Давайте. 120/90. Ускорим. Картинки есть, а стенда нет. Какой стенд? По пожарной безопасности будет она неладна. Из области пришла директива. В школе должна быть наглядная агитация. У меня и так много нагрузки. И потом, как я его сделаю? Ну, не ты, конечно, а муж твоему расплюнуть. Извините, я не возьмусь. Я тебе премию выпишу. В конце года. Ну, если деньги останутся, конечно. Не знаю. Саша не согласится. У него аврал за авралом. Простите, у меня урок. Стой! А что насчет кружка гончарного дела? У нас смета есть на народный промысел. Реальная подработка, соглашайся. Нин, ну соглашайся, это и Захарова я дам, она нас вяжет хорошо. Ну хорошо, я говорю, Саша. Здрасте, не галдите, дети, тише. Свет, привет. Извини, опоздала. Вот теперь сиди и жди, пока я закончу. Сколько дел? Стригу бесплатно, деньги занимаю. Прошу только одного, не опаздывай. Слушай, ну я же позвонила. Голову мыла? А, хотя зачем? У Светки же бесплатный шампунь. Успокойся ты, я не буду стричься. Чего ты завелась? Да ну тебе не понять. Ну, готова? Без дачи, я надеюсь. Спасибо, всего доброго. Чего-то я не пойму. Да то. Все люди как люди, одна я дефективна. Ни денег, ни мужика, ни детей. А поезд-то уходит, колесики-то не стучат. Ну а почему от Семена не родила? Да кого, от алкоголика от этого нет уж, извините. Я и так на него свои лучшие годы потратила, а еще должна я с его детенышем мучиться. Почему сразу мучиться? Да то, гены-то дурные. Нет. Господи, что за жизнь? Что за жизнь? Ни денег, ни мужика. А тут еще, представляешь, на днях мамину сережку потеряла. Ой, слушай, я же как раз. Вот, держи. Дом нашла. А я даже и не надеялась, что я ее найду. Думала, где потеряла? А я тут к вам на днях заходила, тебя не было. Да, мне Саша сказал. Знаешь, Андрей Мажаров вернулся. Я его на вокзале встретила. Конечно, знаю. Верочка такая счастливая. Ой, не мужчина, а мечта. Вот так бы сесть напротив и таять. Ну, не знаю. Мне кажется, ничего особенного. Нин, ты что там совсем своим Крапивиным уснула? Да любую женщину. Одна мысль о том, что рядом ходит свободный, неженатый, военный, пусть даже бывший. Вообще-то у некоторых есть муж. Да, ну тебя муж. А замуж, между прочим, один раз только лениво выходит. А я бы с ним замутила. Чего? Я зрелая, опытная женщина. Все при мне. Могу себе позволить на глупость. Ну, если ты, конечно, не против. Хотя как ты можешь быть против? У тебя же муж. Муж объелся. Нин, или не забыть старую любовь? Да перестань. Делай, что хочешь. Скрепка, что ли? Нет. Ну, я, конечно, бедна, как церковная мышь, но в таком виде я тебе ходить не позволю. Пошли, одевайся. Пошли, одевайся. Я там такую сумочку присмотрела, надо посоветоваться. Сумочку какую выбрала? Вот лак там есть розовый и черный. Лаковый? Да. Я думаю, сейчас сапоги тоже надо взять лаковые. Это сейчас последний близкий тренд. Да. Нельзя отставать от моды. Опа-опа-опа. Привет. Ой, Андрюша, какими судьбами. Купить билет. Да вот, местную симку покупал. Дамы и господа. Ага, остаюсь. Розыгрыш главного приза 15 миллионов рублей. Да? А вот и кафешка есть? Ой, я совсем забыла, мне же стенд надо делать. Нина, какой стенд? Противопожарный. Внимание, внимание, да. Она занята, я свободна. Андрюш, ты такой искал. Розыгрыш главного приза. 15 миллионов нет, рублей. Нет, сегодня. Торопитесь. Торопитесь, дамы слушай, и господа. Слушай, Светка, нет, тоже. Сделайте нет, подарок нет. Давай потом выясним, да? Пока. Алло. Никита?
Как украли? Мам, спасибо, я такой телефон давно хотел. Я пошел. Ждать всю жизнь. Смотри, на вокзал не придешь? Не прощу. Пока. Пока. Здрасте. Здрасте. Вот Кобелина. Нина! Сейчас кран придет. Давай я кисточкой. Давай. Жди. Вот тебе, Варя, еще. Вера, здорово! Здорово. Сейчас в глаз попадет. Вера, поднимайся, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что случилось-то? Что нет, случилось? Читай, чего там? Ой, ой, Верочка, Вера, Вера, Вера. Ой, да что ж такое-то, Вера? Ну, вставай же ты. Ваш сын, ой, Андрей Ерович, погиб. Ну, Вера! Нина! Как погиб? Ниночка! Как же так? Я же беременна. Чего? Девки, да вы чего? Что? Ну что ж мне с вами делать-то, господи? Ой. Ой. Дети, поздравляю, вы родился, благословляю с рождением вашей семьи. А горько будет! Я буду ой-ой-ой, чарами не справишься. Соседи, я с доброй вестью. Наш Андрюша жив, там все перепутали. И он служит. Нин, ты что пишешь-то? Я ему все объясню. Он поймет, я разведусь. Не смей! Ты что, сдурела? Ты что, ты думаешь, он простит, что ты после похоронки сразу замуж выскочила? А? Ты что творишь-то вообще? Ты что, забыла, как мы жили? Матерью-одиночкой хочешь быть? Я что, не мать, что ли? Не вижу, не понимаю. Ты глупая, смотри, что вышло.
Только узнала о его смерти. И тут и замену нашла. Мужики такого не прощают. Бросишь Дашу, и он не простит. Ты будешь одна с ребенком маяться всю жизнь. Копейки считать. Дуреха, давай сюда. Саша любит тебя, поняла? Он преданный и верный. Я же не знала, я не знала. Так, сейчас самое главное — сохранить тайну. Ты сейчас о ребеночке, думай о себе. Ему отец нужен. А что случилось, то случилось. Чего же не вернешь, понимаешь? Господи. Лёха твоя. Слушай, Даша, давай вытирай эти слезки. Пойдем к столу, ладно? Я так хочу, чтобы ты счастливая была. Что у тебя ребеночек с отцом рос, понимаешь? Глупо, знаешь, как ты жила одна в этом мире-то. Никому мы не нужны, мамы. Нин. Нин, ну как же так-то, а? Вместо сапог купил разгильдяй телефон. Ничего он не разгильдяй. Ты его можешь представить без телефона? Я могу представить тебя без сапог зимой. Но не надо делать такие грустные глаза. Починю я твои сапоги, починю. Саш, я к Верочке схожу, с уборкой ей помогу. Андрюша на работу устроился. Друзья помогли. Он теперь на машине ездит. Степенный, важный такой. Ой, а что там у нас за шум? Да это Саша курганит. Саша просто не хочет, чтобы ты ко мне ходила. Ну да, нервничает. Ну ничего, перебесится. Ты же меня не бросишь? Вера Матвеевна. Нина, домой. Здрасте. Здрасте, Саша. То мы соскучились. Ты зачем кур разогнал? Не разогнал, а домой загнал. Пора, так сказать, границы обозначить. Нина, я кому сказал? Да иду. До завтра. Нин, да. До завтра. Да. О, соседи, что-то вы рано уходите. Пойдем, посидим. Отметим возвращение. Не, мы после шести не пьем. Пошли, пошли. А я пью. Четыре, 17, 39. Люди! Люди, люди! Какая-то дрянь выиграла мои 15 миллионов. Вот, смотри, билет куплен в нашей области. Вот, сволочь, вот посмотри. Ты посмотри. Вот, посмотри. Область-то большая, может, он не наш? Да какая разница? Вот он где-то рядом. Вот где-то близко ходит, а? Ой, ой, меня сейчас Кондратий хватит. Ой! Не хватит, ой. Ты железобетонная. Я на эти деньги уехал куда-нибудь. Каждый день новые места. Да ты бы сдох. Проснулся утром, надо похмелиться, а вокруг никто. Представляешь? Никто тебе не поможет. Смешно. Однажды очень богатый человек отвез своего сына в деревню. Там они провели день и ночь. Когда они вернулись, отец спросил: ты понял, насколько бедно могут жить люди? А сын ему ответил: у них на ферме 4. В общем, короче, я бы купил самый дорогой мопед, бабки крутую тачку. У нас бассейн, еще квазы, гидроцикл. Зачем тебе столько машин? Лампами, а у них я бы открыл в школе за угол. Ты дебил, Фонька. Так, прекратили.
У нас только сад. А он дебил. Сам дебил. Ишь ты, у тебя дурацкий. Услышав ответ сына, отец потерял дар речи. А сын добавил: спасибо, что показал мне, как богато могут жить люди. А что в столовую не идете? Господи. Не можем, переживаем утрату чувства реальности. Чего? Да я не могу от компьютера отойти, жду разъяснений с налоговой. А на досуге мы тоскуем о несбывшемся богатстве. Кстати, присоединяйся, вместе тосковать будем. Да, потаскуем, потаскуем. И снова за работу примемся. Слушай, ты слышал, кто 15 миллионов выиграл, а? Ты представляешь, я, между прочим, целых полчаса миллионершей была. Но вот эти вот циферки на трех билетиках вообще не сошлись. Нин, сколько вам нужно для счастья? Мне? Да. Ой, девчонки, мне нужно новую крышу, ботинки Саши, костюм Никите и сапоги. Господи, ну как она мелко мыслит, а? Не семье Крапивиных, а вот лично вам. Сколько да. нужно? Так я же говорю, мне важно, чтобы мои были довольны и здоровы. О, видишь, вот и я такая же дура. Все в дом. Да, 15 миллионов. Вот они мне попались в руки, я бы развернулась. Теперь главный вопрос на повестке дня. Кто же все-таки выиграл 15 миллионов? Как кто? Наша мамка? Хватит! Я сейчас чуть со стула не упал. Не я. Не, серьезно, Нин, ты билетик проверь. Не может же нам всю жизнь не вести. Ты же прекрасно знаешь, что я принципиально не покупаю выигрышные билеты. Эх, а я уж размечтался. Яхты там, девушки, ночные клубы. Слушай, папа, вот как у тебя в молодости было? В молодости? Сейчас что-то не припомню. Маменька, где тут мои таблеточки от склерозика? А помнишь, ночной клуб был? Клуб и девчонки, а? Да, вот только с первого класса я был безнадежно влюблен в твою маменьку. Да, а потом от юности отчалил поход во взрослую жизнь и понеслось вот это. Слушай, пап, давай ближе к делу. Ну вот смотри. На тебя неожиданно свалилась куча денег. Вот о чем ты мечтаешь? Ну, после оплаты коммуналки, починки крыши и покупки маме сапог, я бы на Октоберфест рванул в Мюнхен. И мам заодно твою в Париж вывез бы, а? Нин, а ты чего хочешь? Ой, послушайте, я хочу огромную кровать и спать. А еще, знаете, чтобы так трыс, и новый дом. Еще ров с крокодилами. А, и чистовок вязанками на окнах, да? Еще это, какое, по периметру колючая проволока под напряжением. Почему сразу под напряжением-то? В смысле? Ты представь, как все будут завидовать этому счастливчику. А, и молиться с утра до ночи, чтобы не прокляли, не сожгли. Сожгли? Не дай бог. Пришла директива, чтобы мы повесили информацию о пожарной безопасности. Мам, это не нагнетай. Нормально же общались. Ну ладно, ладно, не буду. И Марго мне предложила вести кружок по гончарному мастерству. Что взамен? Ну что взамен? Детям полезно оторваться от компьютеров и начать делать что-то своими руками. Она мне обещала хорошо платить. И еще Марго попросила сделать стенд. Сынок, ты знаешь, что я так напрягаюсь при имени Марго каждый раз, а? Я это, пойду на гитаре поиграю. Короче, стенд нужно сделать. Иначе она не даст мне эти часы. Пусть тобой манипулируют. Я-то здесь при чем? Нам деньги нужны? Нужны. Крышу чинить надо? Надо. Ну вот и все. Я сам решу, как и когда мне латать крышу. Не умеешь отказывать, меня сюда не впутывай. Спасибо. Thank you.
же мы, маменька, кухню громим, да? А что ты высматриваешь? Нашла время газетки читать. В койку жила. А что ты раскомандовался? Сам иди спать. Уснешь тут без тебя. Раскомандовались. На работе командуют. Дома командуют. Вот ты знаешь, 1000 блюд из картошки, но готовить блины, как баба Лиза, так не научилась. Да, теща знатные блины готовила. А моя мама... Зато она привозила замечательные дыни. Вот, кстати, дыню я бы сейчас съел. И вообще, бабушка-проводник, это круто. Ничего крутого. Я с 7 лет как вахтовик. Неделю дома, 3 в интернате. Вообще, мама только личной жизнью занималась. Мое воспитание в ее план не входило. А почему ты это раньше не говорил? А что ты меня об этом раньше не спрашивал? Зато по тебе видно. Чем меньше воспитываешь ребенка, тем благороднее получается человек. Слушайте, я хочу вам кое-что сказать. Пардон. Да, слушаю. Угу. Угу. Выезжаю, зовите бригаду. Вот сколько раз говорить? Трубы надо менять летом, а никогда не лопнут. Ты что сказать-то хотел? Потом. Хорошо, ладно, пока. Выиграл эти деньги. Да угомонись ты, сколько можно? А я еще не начинала. Работаешь от зари до зари. А тут какой-то паршивец берет и выигрывает 15 миллионов. 15 миллионов выигрывает. А, шутки ваши. Дядь Ген, остановите, я выйду. Гады. Наше городище — настоящая сокровищница. Найденное здесь оружие. Украшения, монеты, черепки. Все говорит о том, что здешние места... Здрасте. Решил проведать. Все нормально? Да. А у нас урок. Я подожду. Дети, идите. Прочитайте, пожалуйста, параграф и ответьте на все вопросы. Хорошо? Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Мне в школу пора. Да нет у тебя больше уроков, я проверил. Надо поговорить, Нин. Ваня, иди домой. Мне нужно поговорить с Андреем Юрьевичем. Ну ладно. Спасибо за мать. Мне приятно с ней общаться. Как живешь? Хорошо. У меня прекрасная семья, работа. Нин,
Я подумал, что тебя уже вычеркнул. Но как увидел снова, вроде бы как вспыхнуло. Ты же прекрасно знаешь, что ничего не вернуть. Ну, не вернуть, но можно попытаться начать все сначала. Мы же взрослые люди. Да, мы взрослые, и мы оба понимаем, что сплетни – это основное развлечение в этой глуши. А тебе не все равно? Мне не все равно. Но я не хочу, чтобы мои близкие нервничали. Поэтому, кроме как «здрасте» и «до свидания», ни на что не рассчитываю. Так ведешь себя, как будто это я тебя бросил. Может, напомню тебе, как все было? Нет, спасибо. Ваня! Нина Алексеевна, да. Давайте летом сами начнем копать. И вот каждый день приходить. Да, вот смотри. До свидания, Андрей Юрьевич. Вот смотри, вообще копать нельзя. Потому что если раскапывать... С этим выигрышем все как с ума посходили. Просто массовый психоз какой-то. Пожалуйста, объясните детям, что деньги – это добро, которого нужно добиться и правильно использовать. Можно развиваться, можно быть там, где мы хотим. Ну, правильно, без денег не будет здоровья. Это качественная еда, медицина. Да-да-да, можно покупать еду, одежду, нужные девайсы. Ну, в общем, в таком ключе. Нина Алексеевна, меня слышите? Ваши бэшки уже два раза дрались. Дмитрий Олегович, вы тоже подключаетесь? Да, я скажу, что деньги дают свободу и возможность делиться с другими, ну, дарить подарки. Правильно или так? Да. В общем, думайте, все, я ушла. Да, 15 миллионов. Не, ну это же ужас сколько, правда? Можно же вообще никогда не работать. А самое главное, кто скрывает эту сволочь и смеется над нами? Мажаров к Ниночке на раскопки приехал. Они там под ручку гуляли. Вот бесстыдники. А с чего бы им под ручку гулять? Да шуры-муры у них, Надежда Петровна. Мне мой сын рассказал. Вот тебе, скромняшка Крапивина. Не смейте обсуждать мою мать. Ты как со взрослыми разговариваешь, щенок. За что купила, за то и продаю. Я сказал, не смейте. А Костик ваш трепло. Петровна, пенсию привезли? А если дальше слухи будете распускать, дом ваш сожгу. Ты слышала? Ты слышала, Альбина Федоровна? Угрожает. Да как что случилось-то? Училка Крапивина воспитала подлеца, а сама с соседом по улице гуляет. Сама, что ли, видела? Мне сын рассказал. Так может, он придумал это все? Сама жаловалась, что Нина Алексеевна тебя вызывала в школу. Ничего он не придумал. Мой Костик не такой. Он хороший. А она к нему придирается. Посмотри, что там с элементами-то. Прислал? Пес смердячий. Саша, Саша, ну какой же ты зануда! Все в голове какие-то сметы, кланы, ну ты погоди, же молодой человек! План работы, бригады краями, ну чтоб никак на мирный! Все на поле, не пойми, когда они все посохли, черт возьми! Никому дела нет, а? Вот, Саня, бегаешь за ним, психуешь, а ему важнее внучку на скрипку отвезти. А, на скрипку. Только без его визы ни кадры, ни бухгалтерия пальца пальцем не да. Курова не видел? Фу-фу-фу, не видел. Слушай, а что ты там насчет шабашки ты говорил? Я бы тоже, Сань, подколымил. Что-то денег нету совсем. Да-да-да, денег нету. Только не у того, кто миллионы выиграл. Я вот, Сань, горбачусь сутками, и хоть бы черт. А тут бах, и сразу миллионер. Сань, я одного миллиона в глаза не видел, а тут целых 15. Ты представляешь, 15! Да ты не завидуй, деньги-то шальные, радости никому не приносили. Ай, зануда ты, Саня, точно шеф говорит, зануда. Гуров, ты где ходишь, а? Гуров, беги! На сиреневый кран третий день течет, а тебе дела нет? А я, между прочим, сегодня другие объекты должен по плану осматривать. Месье Гуров, мы ваше мнение учтем, когда премию распределять будем. Живо на сиреневую! Ты погляди на него, а? Прям золотой мужик, а? Он еще и по хозяйству. Да, Нин? Матери помогает, что тут такого? Да не, ничего, я так. Слушай, я не понимаю, мы теперь все время будем ссориться с тобой? Привет, динозавры. Привет. Привет. Я тут это, денег немного заработал, ком починил. Ну, деньги в семью. Красавчик, мужик. Молодец. Так а может тебе нужны в кино сходить? А, да нет, зачем? Мне надо будет, я еще компьютер починю. Слушаю, как на сиреневой? Хорошо, вызывайте бригаду. Гурову позвоните, я выезжаю. Что случилось?
Я не знаю, что там и как делал Гуров, но вода из колодца хлещет, заливает всю улицу. Это родственник Юрия Петровича? Угу. Шурин, бьет баклуши на 1,5 ставки в месяц, а нормальные мужики сидят без денег. Все, пока, буду поздно. А ужин? Ну, некогда. Сейчас тебя с собой соберу. Нин, ну где я там есть буду? Под колодцем? По пояс? Все, пока. Пока. А куда папа пошел? На работу вызвали. Даже поесть не успел. Слушай, а у меня вот такой вопрос. А люди почетного возраста... В почтенном возрасте, ну вот, как вы с папой, они могут влюбляться? Ну, в каком-то мы с папой в почтенном возрасте. Ну, вы серьезные и, не знаю, глупостями всякими не занимаетесь. Просто я не представляю тебя с другим мужчиной, кроме папы. А почему ты вообще об этом думаешь? Я тоже себя не представляю с другим мужчиной. Что за мысли? Иди, руки мой. Чего не спишь? Уроки проверяю. Чего там осматриваешь? Спать иди. Когда я закончу, работы полно. Все, давай, пока. Я тебе говорил, нормально болты закручивать, а не кое-как. Говорил? По твоей милости, весь узел придется менять. Сам полезешь, понял? А что вы на меня орете, а? Нет, ну, на жену вон свою орите. Ты ж дома у него не лады, ясно? А она, между прочим, женщина видная, а по соседству по настоящий полковник. Потихоньку, рот закрыл. Эх, Саныч, не тянешь ситуацию. Саныч! 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 О, Саныч, глянь. Ну ты молоток. Ну смотри, 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 напечатали твою статью. Ну молодец. А, все, правильно написал. Петрович там зеленый весь. Вообще хоть скорую вызвать. Так, тебе что надо? Че? Иди отсюда. Иду. Ну? Да, да я читал, я же ее писал. А, ну да. Я еще раз прочитал. Интересно.
Никит, на занятия опоздаешь. Мне к третьей паре. Я отцу поесть отнесу. Поставь таз в комнату. Крыша течет. Ага. Да, и ты бы Верочку навестил, а то она совсем одна. Так к ней же сын вроде приехал. А ты просто зайди по-соседски. Ты забыл, как она тебе банки ставила? Писать учила. Кстати, что там с моим письмом? Сегодня отнесу. Вот будь добр, отнеси. И про таз не забудь. Александра нет, что ли? Нет. Правозащитник! Фига! Ты статью читала? Нет. Ну, почитай, почитай. Скажи, вот это вот нормально, да? Я его как человека просил. Саша, не раздувай скандал. Он ведь понимает, что при сокращении отличные увольнительные получат. Отличные, но нет же. Я же его как ребенка с рук кормил, понимаешь? Я ведь его поднял из простых инженеров, а он неблагодарный. Мерзавец! Я думаю, нормально. Да? Доведем до ума, не переживай. Спасибо. О, Нина Алексеевна, красота. Да. Привет, а Саша где? Занят он, вот просил привезти. Спасибо. А когда успели-то? Да, господи, Нин, что тут успевать? Дел-то было, поеду. Семен, я тут узнала, хорошая что... работа. Александру респект. Передам. Пока. Пока. Маргарита Михайловна, я хотела узнать, когда начнется урок по лепке. Ты что, простудилась, что ли? Да, ничего, ноги помочила. Так иди домой, лечись, я подменю тебя. А завтра, если будет хуже, больничный возьми, то перезаражаешь нам тут всех, не дай бог. Спасибо. Послушай, у Вани Зверева мама умерла. Как умерла? Ваня на похороны уехал с ним, Софья Андреевна. Какой кошмар. А почему мне-то не позвонили? Что ж теперь будет с ним? Детдом отдадут. Так положено. Жалко пацана, конечно. Ладно, ты лечись. Алло. Нина, у тебя по дому кто-то ходит. Полицию-то вызывать? Да не надо никакой полиции. Это я приболела и отпросилась. А я заполошенная. Чуть спецназ на тебя не натравила. Сильно захворала? Нет, не сильно. Горло болит. А ты скажи, пусть Саша или Никита ко мне за медом зайдут. Ой, спасибо, Вера Матвеевна. Есть у нас мед. Спасибо, что за домом нашим следите. А Никита, между прочим, утром бежал и мне рукой помахал. Молодец. Ну, давай, выздоравливай. Угу, хорошо. Ага. Саш, я хотела тебе сказать, что тебе не надо больше волноваться. Нет, Саш. Саш, у нас больше нет проблем. Привет. Держи. Витамины. Мама сказала,
Что ты приболела? Я быстро в магазин сгонял. Впустишь? А, нет. Я неважно себя чувствую и... Да ладно, тебя нет, что-то как маленькая. Хватит бегать. Правда, извини, Андрей. Я... У меня не убрано и... А вдруг... Понятно. Ну ладно, ты это, привыкай. Я теперь всегда рядом буду. Выздоравливай. Там же беда на Сиреневой. То каток, то лужи объезжает. Делаем все, что можем. Тогда-то как? По старому маршруту или по новому? По старому езжай. Да поехали! По старому, по новому. Ну, я знаю, куда езжай. Ехать. Куда ехать. Привет, я дома. Привет. Так, апельсины у нас откуда? А, понятно, ко дню рождения. А ты что-то рано сегодня. А ты есть будешь? Ага. Да, Саш, спасибо большое за стенд. Марго так благодарила. Знаешь что? Скажи своей Марго, что я больше для нее палец о палец не ударю, ясно? И вообще, учись ей говорить нет. Я, конечно, понимаю, что у тебя проблемы, но это я же... Я со своими проблемами сам разберусь. А что я такого сказал? Да ничего! На работе учат, дома у меня учительница живет, а я как маленький. Ним, прости, ей-богу. Чуть заведенный сегодня. Статью мою опубликовали. Петрович красный был. Саш, ты меня любишь? Алло. Света. Да. А ты завтра приходи. Будем отмечать, да. Угу. Давай. Классная шкатулка. Нравится, да? Угу. Вот нормально жили, а сейчас этот приперся. Он к нам не лезет, мы его не трогаем. Понял? Понял. Слушай, еще, я тут подумал, у мамы же день рождения завтра. Ну? Может, эту уборку устроим? Ну, сюрприз будет. Класс, идея. Ладно, я пошел. Давай. Что? На Сиреневой? Что ж за место-то такое проклятое? Выезжаю. Гурову позвоните, пусть тоже приедет. Ты зонт возьми. Ага, хорошо. Спи. Thank you.
мамочка, милая моя, поздравляю тебя с днем рождения. Будь всегда такой очаровательной, и пусть ничего не омрачает твою жизнь. Не буди меня, мне ко второй паре. Тебя. Нина Алексеевна, с днем рождения! С днем рождения тебя! С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя! Счастья, здоровья тебе и всего самого хорошего. Это спасибо. Тебе сама. О, да. Какая красота! А начальство-то уже поздравило? Может, Марго деньжат подкинет? У нее секретный фонд есть. Хочешь, я ей намекну? Так от нее снег зимой не допросишься. Она же жадная. Да ладно, зря. Да. Ты нормальная она и порядочная. И она такая после развода. Это я тебе говорю точно. Слушай, тебе прям в адвоката. Иди, кого хочешь, защитишь. А она, между прочим, высокомерная. Слушай, она первая, кто придет на помощь. Да, конечно. Здравствуйте. 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 Ой, Нина Алексеевна, у вас же день рождения сегодня. Работы полно. Ну, поздравляю. Спасибо. Подарок с меня. Спасибо. Я тебе сказала, жадная. Жадная, сейчас пройдем. Подожди. Маргарита Михайловна. Да. А вот, а зачем тянуть с подарком? Выделите. Не-не. Алексеевне, место под музей истории. Например, вторая рекреация подойдет? Да. Вот, видите? А то, знаете, черепки дома уже складывать негде. Знаете, Зоя Валентиновна, удивительное дело. Это тот редкий случай, когда вы генерируете правильные идеи. Редко, но метко, Маргарита Михайловна. Mm-hmm. Хорошо, Нина Алексеевна, будет вам музей. Только Александр пусть делает витрины. Ой, спасибо большое. О, какой пирог, Зоя Валентиновна. Выпекли? Да-да-да. Mm-hmm. Что-то режется-то плохо. Ух ты! Антиквариат какой. Мать их 100 лет назад покупала. Правда? Я думал, тебе 40. А, молодец. 1-0. Оп-оп-оп. 1-1. Как думаешь, если выкинем, мать заметит? Да вряд ли. Я думаю, она про них даже не помнит. Ух, смотри-ка, а? Завтра так учиться пойдешь. А я на рыбалку буду так ходить. Так. Ничего себе. Ой, пардон, личный состав не при параде. А что за запах? Шеф орудует. А это я курник пеку. Я это пока еще пойду посмотрю, как он. С ума сойти. Мы что-то упустили в его воспитании. Полон сюрпризов и дико внимательный. Вот, от меня. Спасибо. Давно ты мне ничего не дарил. А я вот уже исправляюсь. Пойду посмотрю, может, помощь нужна. Просто шла и упала. Хорошо, хоть не сломала себе ничего. Да, и хорошо, что мебель не сломала. Все, шутите? А если инсульт? Ну, в больницу пора, Вера. Пора обследоваться. Нет, 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 нет. Ко мне сын приехал, я никуда из дома не уеду. И мне уже намного лучше. Так, мам, надо, надо. Вера Матвеевна. Нет, вот волшебный Алечкин укольчик, спасибо, что быстро приехал. Мне уже лучше, правда. Ну, как знаешь, выздоравливай, выздоравливай. Да, спасибо, спасибо. Я провожу. До свидания. До свидания. До свидания. Вера Матвеевна, зря вы так. Да ничего не зря. Слушай, я хочу тебя попросить, сходи на кухню, там на верхней полке молочничек белый. Принеси, пожалуйста. Сейчас принесу. Держите. Вот. Я хочу рассказать тебе историю. Жил-был большой-большой столовый сервиз на целых 12 персон. А теперь остался он один. И я хочу, чтобы вы были вместе. Вот.
С днем рождения, я тебя поздравляю. Это подарок. Спасибо большое. С днем рождения. Спасибо. Мне неловко. Я бы хотел дарить тебе такие цветы каждый день. Андрей, я не могу принять букет. Нет, я думал о тебе. О нас. Я ехал, надеялся встречи. Ждал этого момента. Думал, ты не замужем. Мам! Ты что там делаешь? А ну-ка быстро домой! Чудесного мальчика начался пубертатный период. С днем рождения тебя! Ты чего? Слушай, подгорел. Да ну кто подгорел? Пацан старался, я подгорел. Может, вот, как-то посыпать? Под друзьями. Тогда у меня будет штука. Вот. Горячий же. А? Какая красота! Ну-ка, девчонки, местечко освободите. Аккуратно. Нин, да ладно, что ты, расслабься. Что такая дерганая? Праздник же ведь. Да, да у меня вообще сегодня день сюрпризов. Представляешь, Марго разрешила устроить музей в школе. Ох уж это ваш Марго. Жалко, что у нас... Ни кошечки нет, ни собачки, а то Марго бы им работу нашла. Зря. Ну, девчонки, давайте выпьем. Давайте. Так. Нин, предлагаю выпить за тебя. Ты у меня самая умная, самая красивая, самая добрая. Я тебя очень... А? Геныч, да если бы Катька не была женой командира, я бы не уволился. Да она что, рассказал ему, что ли? Да. Пришлось ноги в руки и... Блин, столько лет оттрубил, даже на квартиру не заработал. Прикинь. Сынок! А чё ты домой не идёшь? Ян, давай, перезвоним потом. Ма, ну я с другом там общался. Может быть, у меня личное время. Ну да, я тревожусь. Ты такой раздражённый в последнее время. Да ничего я не раздражённый, просто... Ну, ты отвыкла немного. А что у тебя с ними? Ничего. Ма, иди спать. Давай, иди, иди. Свет, кстати, как тебе курник? Супер! Представляешь, Никита сам приготовил. Ой, Нинка, повезло же тебе, не мужики у тебя, а золото. Вот сколько знаем друг друга, а ты ничуть не изменился, такая же я с мира сего. Да ладно, обычная я. Да нет, это я обычная, а ты у нас фантазерка. Че это я фантазерка? Готовится розовая лаковая сумочка и яхта. Нина, откуда такие мечты? Какая яхта? Яхта? Ух ты! А что, ты не знаешь, Саша, о чем мечтает твоя жена? Нет. Так, я тебе сейчас все расскажу. Кажется, я догадался.
о чем мечтает у нас Ниночка. Света, отдай! Послушай, подожди. Самое главное, мотоцикл для Никиты, Никита, да. И тебе швейцарские часы. А зачем мне швейцарские часы? Вот я думаю, для чего тебе швейцарские часы? Нина, что, миллионы покоя не дают? А тебе их никогда не выиграть, Ниночка. Что это ей не выиграть-то, а? Она у меня, знаешь, какая везучая. Да. Вон, коллеги на работе ее обожают. Дети любят. У нее вон семья прекрасная, дети, подруга. Это я выиграла 15 миллионов. Да, а я арабская принцесса. А я робот. А почему ты думаешь, что я не могу выиграть? Да потому что ты никогда даже в карты не выигрывал, Ниночка. Вот почему. Так, девчонки, давайте ссориться не будем. Смажем наши отношения. Нин, ну ты чё? Нин, обиделась, что ли? Да мы ж пошутили, Нин. Саша, ну и как у нас теперь будет? Ты чё, с ума сошла? Какие мы? Чтоб я никаких больше нас не слышал, поняла? Поняла. Значит, я зло, а она святош. Раскаиваешься, Сашенька? Да ты чё такое говоришь-то, а? Ну, бес меня попутал. Ах, рассудок замутнился. И потом, ничего у нас с тобой не получится. Я же Нину люблю и всегда любил. Она тебя не любит. Ну что ты начинаешь? Нормально же общались, а? Мы же хорошо живем. Она тебя не любит. Ну так и ты меня не любишь. И я тебя не люблю. А Нину я люблю и всегда любил. И потом, ну как-то я не смог остановиться. Ну просто люблю, кажется, себе. Ну вы ж подруги, ну. Нин, слушай, ты прости меня. Злая я последнее время. У тебя вон Никита и Саша, а у меня никого. Нин, ну мы же с тобой как сестры. Как погуляли? Феерично! Нин, не обижайся на меня, не сердись. Саш, нам нужно серьезно поговорить. Что ж такое-то, а? Чего он все смотрит, а? Мне чем пойти репу набить? Мы сейчас опять поссоримся. А ты думаешь, мне приятно, как он на тебя смотрит и слюни пускает, а? Ой, Господи, как вы мне сегодня надоели все. Что ж такое-то? Это ты выиграла? Да. Свет, я тебе завтра все расскажу. Только я тебя умоляю, Ника. Зоя, я знаю, что поздно, но я до утра не усну. Ты знаешь, кто выиграл в лотерею, а? Thank you.
за погромки. У меня сапоги тут были в коробке. Где они? Да, конечно, старые были. Мы их на помойку отнесли, выкинули. Вы с ума сошли? Вы с ума сошли? Мы как лучше хотели. Матери в отпуск пора. А я давно говорил. Пожалуйста, да. На свалку. А, да? Поехали. Чё? Поехали, быстрее. Простите, пожалуйста, не подскажете, где может быть мусор, который привезли вчера или сегодня утром? Так его сожгли уже, наверное, давно. Да вы что? Ой, ты не поверишь. Ты знаешь, кто выиграл? Кто? Нинка, наша Алексеевна. Шутишь? Какой шутишь? Ты представляешь, подлость какая? Эта тварь скрывает и смеется над нами. Софочка, Софочка, дорогая моя, у нее 15 миллионов. А она молчит, как рыба, ты понимаешь? Зоя, успокойся. Да чего успокойся? Я что-то не практикую. Ты посмотри на нее. Она ходит тихой сапой, презирает нас. Вот что она делает. Ну зачем ты говоришь? Презирает. Нина у нас не такая. Да, конечно, она не такая, ждет трамвая. И потом, пока люди нищие, они добрые и великодушные, а как только у них денежка завелась, сразу все. Вся гадость наружу лезет. Да понимаешь? Из кого лезет? Зой, ну вот ты вот сейчас вот себя вот слышишь? Вот из тебя лезет зло, зависть, ненависть. А потом, вот откуда ты решила, что это именно наша Нина выиграла миллион? Она сама Светке Комаровой рассказала. Ну, этой нашей парикмахерши, информаторши, понимаешь? Ну, почему все ей, а? Соф, ну подожди, ты понимаешь, у нее 15 миллионов. А она ходит и прикидывается бедной несчастной овечкой. И потом, помнишь в последнее время, какой из нее неадекват пёр? А? Да, Зоя. Вот. И я про то же. Здравствуйте, а сколько будет стоить заказное письмо? Такой вежливый сегодня. Впервые вижу человека, которого деньги исправили. Простите, вы сейчас точно со мной говорите? А ты не знаешь? Да брось. Или ты артист Безруков, или я не пойму чего-то. Я не понимаю. Ты ж миллионер. Мать твоя выиграла в лотерею. Что, правда не знал? Спасибо. Вот все твои 8 билетов, Семен, псу под хвост. Да ладно тебе, кому-то везет, кому-то не везет, не может все везти. Ну, Саня. Папа, золоти-ка ручку! Яхонтовый наш Сан Саныч. У тебя совесть есть, весь район без воды неделю сидит. Ты все юродствуешь, да? Парни без денег, ты без премий. Начальник, я все зазнал. Решение премии считаю заслуженным. Ну, руку-то пожми, как мужик мужику. О! Теперь не буду быть до второго пришествия. О, видишь, надулся, как индюк. Смотри, он злопамятный. А ему что теперь? Ему ведь плевать и на начальство, и на сокращение. Ой, Сан Саныч, молись, чтоб жена не бросила. Она ж теперь золотая, а сосед шестый. А чё? Хороший. Саня, да я Саня, своим глазом видел, как Мажаров из калитки выходил. Ну, может, по делу заходил? Тебе лишь бы все дерьмом испачкать. Хорош, мужики. Ну, может, и по делу, кто знает. Хорош. А проставиться надо! Жена 15 миллионов выиграла! О, видать, не сказала. Ха, знать свои планы на денежки-то имеются. Во! Во! Так она что, тебе не сказала? О-о-о-о-о-о.
Загадочная женщина. А иди ты, иди! А что? Иди! Все, что мужики, это? Хорош бахланить, пошли работать. Вот, кто-то работать, а кто-то миллионы получать. Иди уже! Ты представляешь, она все знала и прикидывалась, мать, зараза какая, да? Здрасте. Добрый. Здравствуй, Нина Алексеевна. Как ты себя чувствуешь? Здрасте. Уже лучше. А я рада, что ты выиграла. Заслужила. Придумала уже, как деньги потратишь? Нет. А я бы сейчас отпуск и на острова куда-нибудь на месяц. Море, солнце, песок и никаких школьников. Здрасте. Здрасте. Здрасте, Нина. Извините, Нина Алексеевна, на минуточку, на минуточку. Извините. Нин, ты что мне, не доверяешь? Ты можешь потише, я тебе все объясню. Нин, вот скажи мне, ты выиграла деньги, а я не в курсе, да? А сколько ты еще скрывать хотела от меня, от семьи? Я тебя очень прошу, давай дома поговорим. Потрясающе! У нас тайны появились, а? Весь город вон в курсе, один муж только не ведает, счастливчик. Да я хотела, Саша. Что ты хотела? Что ты хотела и не сказала, м? А? Саша! О, Нина Алексеевна. А правда, говорят, это вы выиграли? Нет, неправда. Так, быстро, на урок. Нина Алексеевна, возьми несколько дней за свой счет, пока страсти не улягутся, но видишь, что творится с людьми. Хорошо. Куплен билет нашей области 15 миллионов! 15 миллионов! Вот я думала, я бабаю, я думала, у меня сердце будет. Ну вот я была вот один же. Здрасте. А что за цаца такая у нас пришла? А что я имерша? А что на городском транспорте? Такси нынче дороги. Ой, я сумку забыла. Остановить, пожалуйста. Езжай. Да ладно, бог с ним, с проездом-то. Один раз можно, нет. Ладно, нервы-то не железные. Ну, что, надумала, как потратишь? Раз в ухе нельзя. Надо грамотно потратить. Грамотного бухгалтера. Хочешь, познакомлю? О, слушайте, мы... Не обижайся, не обижайся. Я же не от злобы, я от зависти. Нина, а зависть – это страшный грех. Нина, мне к зубному надо. У меня зубы болят, поэтому я такая и злая. Вон, смотри. А ты какая дыра у меня. А вот, смотри. А я чем могу помочь? Так а что? Я ж подожду, я ж тебя не тороплю. Ты куда? Тебе ж на следующий. А вот гадина. Миллионерша. Вот гадина. Не хочет делиться. Посмотри, а? Чего к человеку пристала? Да жаба ее душит. Защищает. Пошла, пошла, пошла. Вот гадина. Ай, пошла. Вот ты посмотри, что. Хоть бы раздала людям. Да, да, да. Малоимущим. Правильно говоришь. Молодец. Какие люди! Вы все-таки решили довериться женщине с ножницами? Да. Надо сдаваться. Ласковые руки. Так вы останетесь довольны, я обещаю. Да я и не прочь остаться. Как ваши соседи поживают? Да не знаю. А ты слышал новости про них? Какую новость? А это наша Нина выиграла 15 миллионов. Сколько? 15. Ага. Ну, выиграла и выиграла. Ничего такого. Ну да. Ох, Андрюшенька, сколько знаем друг друга, а ты так и ни разу у меня в гостях не был. Может быть, как-нибудь зайдешь? Я плов сделала. Ну, ты звони. Мама! Мама, я дома. Ты что, пьяный, что ли? Я тебя спрашиваю. Да? Да, я пьяный. И что теперь? Мы же миллионеры.
Знаешь, вот если ты думаешь, откуда у меня вот взялись так вот деньги на все вот эти продукты, то я отвечу. Нет, все-таки отвечу. А я занял, я денег занял. И когда ты получишь свой выигрыш, я отдам свой долг и стану свободным от этого долга. И вот, знаешь, когда я шел с этими всеми пакетами, я думал, что же мне все-таки хочется от этих 15 миллионов. Я понял, что я хочу крутую спортивную машину. Потому что меня так задолбали эти маршрутки. Слушай, а папа дома? Нет? Ну тогда нормально. Слушай, а давай тусу устроим. Так. Сказала, быстро сел. Пьяница. Что тут устроил? Хватит. Я хочу с тобой серьезно поговорить. Знаешь, мам, я, конечно, понимаю, что вот... Я понимаю, что сплетни — это все некрасиво, что это вот все неправильно. Но, понимаешь, я сам очень многое видел. Вот. И что? То, что я не могу понять, показалось мне это или нет. Показалось. Мам, прости, я подумал, что ты этот Мажаров. Мам, прости, пожалуйста. Да иди ты уже. Отец придет, в газету завернет. Ой. Так, кто следующий по очереди? Я. Фамилия? Луковская. Луковская, сколько надо? 500. А ну пошел с рынка! Ты что тут прицел с козой? Да ладно, фамилия? Ладно, ты что, Добряк. Добряк. Сколько? Миллион. В очередь, Зоя Валентиновна. Какая очередь? Иди вон за мной. Что-то устроились. Нина велела, позвонила мне. Да? Вот а как она могла вам позвонить, когда она на работе сумку и телефон свой оставила? Порядок должен быть. Записываемся, кто, правильно, кому, сколько надо. Да, я, между прочим, ей сумку пришла отдать. Ясно, уберите свою ногу. Вот нахалка, а? Сама такая. Кто следующий? Пошла, пошла. Я. Гончарова. Надо записываться. Нин! О, ты это вот в учительской забыла. Спасибо. Марго опять названивает. Наверное, замену всучить хочет. Я и так сегодня за место твоей истории 2 дополнительных урока провела, так что пришлось уходить партизанскими тропами. Прости, это она меня отпустила. Как-то это... неловко у меня тут... Мам парализовала. Как парализовала? Ну, вот так вот, представляешь? Сейчас вот она одна дома. Какой ужас. Да. Я бы, конечно, сама бы за ней ухаживала, но ты же понимаешь, да, что у нас сейчас с работой, поэтому сиделку надо где-то найти. Так, конечно, я посижу. Нет! В смысле, я имела в виду, что у тебя сейчас и так своих забот хватает, проблем. Мне бы просто этих денег, чтобы сиделку нанять. Не понял, кому сиделка нужна? Ты представляешь, что Дину парализовала. Как? Давно? Недавно. Я просто, ну, не говорила, не сообщала. Ну, так у меня новости хорошие. Какие? Так парализованная вот сегодня на рынке рыжики соленые продавала. Да ты что? Ну? Ты что, правда, что ли? Правда. Да не может быть. Ну, надо же, чудо-то какое. Господи, я еще же недавно пластом лежала. Аллилуйя. Пойдем, пойдем. На порог провожу. Прости. Надо было сразу мне сказать. Хотела сюрприз сделать. Да я тоже хорош. Наорал на тебя почем зря. Набежали, налетели вороны, а? Нин, нам теперь что, в магазин сходить? Надо подземный ход копать. Мы с тобой прямо на осадном положении. Саш,
выслушай меня, пожалуйста, и я тебя очень прошу, прими как есть. Чего такое? Просто... О, папа. Что? Такой день, а ты картошку. Может, это, что повкуснее? Новая жизнь как-никак. Новая жизнь. Нормально у нас. Новая жизнь начинается, да? И что? Я должен вот это вот принять как есть? А я-то в чем виноват? Да потому что выросло у нас непоротое поколение. Я говорил, пороть надо было. А ты не разрешала. Кого пороть? Рот закрой, чудовище. Ничего тебе доверить нельзя. Ни сына воспитывать, ни деньги семейные. Ничего. Почему? Потому что маменька у нас жалостливая. Знаешь что? Что? Самому надо было тогда воспитывать. И еще насчет денег. Радуйся. Их нет. Чего? Уже? Да, уже. Причем вы их сами выкинули. Нин, ты что шутишь? Какие шутки? Какие шутки? 15 миллионов. Черт. Ну, спасибо тебе, маменька. Ну, спасибо, Нина. Ну, что я ребятам скажу? Ладно, что сидим? Пойдемте на помойку. Так сел! Я тебя сейчас самого на помойку выкину, понял? Сиди здесь, пока не протрезвеешь. Слушай, мам, а денег реально нет? Господи. Что-то ноги так ночью крутило. И вообще на душе неспокойно. Может, скорую вызовем? Да, это все нервы. Просто снодурные снятся, и все тут. Ой, а что это у нас? Люди-то собрались тут. Ой, праздник, что ли, какой, нет? Да это я. Я выиграла в лотерею. А мои дом убирали и выкинули сапог, в котором был выигрышный билет. Ну и, пожалуйста, Светка всем рассказала уже. А народ-то чего тут тогда? Главное, то соберутся, то разберутся. Да потому что я много выиграла. 15 миллионов. Здрасте. Что, можно посмотреть? А что смотреть? Бери, лови сам. Слушайте, ну я не умею. У тебя что, отца нет? Научить некому? Нет. Теперь его. Понимаю. Сочувствую. Ну, ты держись, брат. Это же вроде как не смертельно. Сейчас. Чё, клюет? Ты клюет? Давай, да давай, сейчас, поднимай. Сейчас. Да поднимай ты вверх. Да как? Вот. Ой, ё-моё. Чё, здоровая была? Наверное, большая. Блин, жалко. Ё-моё. Да ты не расстраивайся, вон полное море рыбы. Ещё поймаем. Точно? Да. Рыбку на крючок и в воду. Наверное. Люди странные, да? Что-то напридумывают себе, насочиняют, а потом сорвалось, расстраиваются. Да я тоже вас, взрослых, не понимаю. Чего вы так положите вокруг этих денег? Сами же знаете, самое главное не купишь. А что самое главное? Как что самое главное? Семья, близкие люди. Согласен. Но с деньжатами вроде как попроще. Жалко отсюда уезжать. Ребята, море.
все уж как родное. Да, жизнь она вообще сложная штука. Только расслабился, раскрылся, тут тебе хоба под дых. Смотри, опять клюёк, да? Подожди, стой! Давай. Вот, подводи. Молодец! О, красавец! Стыдно. Стыдно и глупо. Потерять выигрышный билет. Ведь не поверят же, скажут, что вру и жадничаю. Да чем скорее признаешься, тем лучше. Ты повинись с юморком при людях. Да. Или Светлане своей доложи. Она же всем быстро расскажет. Уважать перестанут. Да, дураки перестанут. А они тебе нужны. И еще некоторым будет приятно, что кто-то дурнее их. Ой, Андрюша, у нас тут такой... Привет, соседка. Такой подарок судьбы достается не каждому. Уже решила, как потратишь? Андрей, если честно... Невероятная удача. Но на самом деле хочу тебе сказать, что для тех, кто тебя действительно любит и ценит, неважно, богата ты или нет... Я просто сказать хотела, что... Я не закончил. Для нас главное, чтобы ты была счастлива и была рядом. Спасибо. Ой, мне домой пора. Семья без ужина, это ой. Не. Андрюша! Андрюша, Нина. Ты как на? Нет, стой. Ну хватит от меня бегать. Не нужны мне твои деньги. Мне нужна только ты, понимаешь? Андрей, я тебя очень прошу, не торопи меня. Мне нужно разобраться. И... Я помогу тебе. Андрей, не надо, она замужем. Андрей! Она моя, мама, она моя, она всегда была моей. Я дурак, что раньше нет, не приехал. Нет, не змей, у нее семья. Сережка, ты что там забыл? Забыл. За своим пришел. Твоего тут ничего нет, понял? Тут все мое. Это твоего тут ничего нет, понял? Чего? Ничего. Что ты? Я ничего не сказал. Саша! Иди домой. Видал? Моя. Что происходит? Шастают туда-сюда, злятся. Надо у Веры Матвеевны спросить. Думаешь, она скажет? Может, скажет, может, не скажет. Че, взрослый стал, да? Еще раз я тебя увижу в таком состоянии. Да понял я. Слушай, мам, ты это... Прости меня. Я напился, денег занял. Ну, я же не знал, что радоваться нечему. Ну, в общем, я виноват. Оставь. Иди, мне поспать надо. Алло. Нин, пожалуйста, я тебя прошу, только не бросай трубку. Ладно, можешь ничего не говорить, просто слушай. Нин, я люблю тебя. Даже сильнее, чем раньше. Нин, послушай, сейчас несчастные трое. Но если ты решишься, двое из них будут счастливы. Ты и я. Пожалуйста, подумай. Не трое, а четверо. Ты о сыне забыл? Нет, я не забыл. Нин, просто я думаю, что пришло время отпустить его. Пришла пора перестать его опекать.
Иначе он никогда не станет мужчиной. Ну, знаешь, он у меня первый экспериментальный. И, на мой взгляд, вырос хорошим человеком. А ты, я смотрю, специалист в воспитании, да? Нин, только не злись. Меньше всего я хотел бы обидеть тебя. Я понимаю, 20 лет никуда не выкинешь. Но что было, то было. Нин. Ну, сама подумай. Ну, что вас связывает? Еще чуть-чуть, и Никита вырастет, и все, и уйдет из семьи. Заведет свою. И тогда точно вас с Крапивиным больше ничего не будет связывать. Ты же любишь меня. Саш, ты знаешь, мы все время ссоримся и не хотим понимать друг друга, и Никита вырос, и мы не нужны ему. Может, нам развестись? Я хочу поговорить с тобой. Все никак не решалось. Сядь. Андрюша, ты можешь очаровывать Нину сколько угодно, но любит она Сашу. Мам, мне 41 год. Подожди, ты красивый, ты сильный у меня. Умеешь хорошо ухаживать. Слова всякие говорить. Мам, мам, и... мам. Я все понимаю. Я сам все знаю. Когда мне понадобится совет матери, я к тебе обязательно обращусь, ладно? Нет, понимаешь, Нина может и сдастся под твоим натиском и наделать глупостей, а потом очнется и никогда себе этого не простит, понимаешь? Так, мам, мам. Но все будет разрушено. Все, все, все. Так, давай, читай свои любовные романы. Смотри сериалы. Отдыхай, в общем, ладно? Дочка, там тебя у кого народ спрашивает? Да, Никита, Никит, просыпайся, на занятия опоздаешь. Какие занятия? Сегодня выходной. Никит, а ты не знаешь, куда папа так рано ушел? Не знаю. На рыбалку, наверное. Слушай, дай поспать, а? И, как мы уже говорили, Луна находится в активной фазе. Поэтому скорпионам придется крепко взяться за работу и не отвлекаться на амурные игры и прочие отвлекающие элементы. Ведь главное сейчас – это карьера. Свет, привет. Че приперся-то? На похмел не хватает? Вот что ты. Свет, пропаду я без тебя. Может, это что, попробуем еще разок, а? Я тебе обещаю, я зашьюсь. Руку в жизнь на тебя больше не подниму. Ты же знаешь, я когда трезвый, я покладистый, а ты такая... Я как вспомню, как нам с тобой хорошо было. Ну что ты злишься, Свет, ну что ты злишься? Вот что мне сделать, чтобы ты меня простил, а? Ну вот ты же знаешь, я для тебя все, что угодно. Ты вот хорош все, ты. Что... Ты куда шел? Рыбалку. Ну вот иди на свою рыбалку. Рыбак.
Привет, Андрей. А я что-то совсем заскучала. Может, ты приедешь? Вечером я пирог испеку. Между нами метр, что ты мне ответишь? Что ты мне ответишь на вопрос? А может, завтра встретимся? Здорово, Сай. Здорово. Ну что? Не клюет. А я у Светки был. А так она что-то. Ни туда, ни сюда. А, как обычно. Слышь, Сань, все же не клюют, а? Давай, может, это... бахнем, а? Давай. Ну, здорово. Давай. Нож классный. А. Неужели не покупают, а? Саня! Кто его будет здесь покупать? Здесь бабла ни у кого нет. А в область не наездишься. А вообще, братуха, мог бы я ковать все. И решетки, и оградки, и узоры какие-нибудь на ворота. Ты закусывай. Слушай, Сема, а давай я это Никитосу скажу. Он сайт сделает. Будем через интернет продавать. О, братуха. О, вот это я понимаю. Вот это... Опа! А вот это разговор. Может, хорош, Сем? Саня, ну что ты как свет? Я что, свои меры, что ли, не знаю? Ну, давай, хозяин барин. За интернет. А на работе, когда приехали туда, я же говорит, что уволить надо, сократить. Ага. А, значит, 14 человек. Уволить. И сколько человек? Вань, не мешаем? Да нет. Я знаю, что никакие слова не помогут, но я уверена, что наша мама жива, пока мы их помним. Надеюсь, что она вернется. Заберет меня. Хоть когда-нибудь. Ну, а теперь... А пойдем в гости к нам. М? У меня пирог есть. И наши будут рады тебе. Ой, спасибо вам, Нина Алексеевна. Вы очень добрая. Извините, мне надо идти. До свидания. До свидания. Вань, Вань, подожди. Я тебе сейчас телефон свой дам. Если понадобится, звони. Или просто так звони. Хорошо? Держи. Спасибо вам, Нина Алексеевна. Я буду вас помнить всегда. До свидания. До свидания. Ей всегда чего-то не хватало. Эмоций, денег, особенно денег. А я сколько не работаю, Сай. Я же столько не заработаю, чтобы она была довольна. Вот если бы я эти миллионы выиграл, тогда Светка бы вернулся. Значит, ей не ты нужен, а деньги. Что? Тебе что, Светка не нравится, а? А что она тебе не нравится, а? Ты что, не святая? А кто святой, Саня? Ты что ли святой? Или я? Так и я не святой, Саня. И пил, и вещи из дома тащил. Светка плохая, а ты что ли хороший, а? Слушай, Саныч, а что ты мне, как своему единственному другу, не дашь вот этих денег? Пару миллионов, Сань! И Светка бы вернулась, а? Да нет у меня таких денег. Нету, ну я тебе отвечаю. Потом, если были бы, ну ничего бы не поменял. Врешь ты все, Саня, врешь. Есть у тебя деньги. Есть у тебя деньги. Солдат, слышали, не? Свет, привет. Я тут конфеты купила. Твои любимые.
Ну, рассказывай. О чем? Я тебя, Нин, 30 лет знаю. Ты же не просто так пришла. Неужели 30 лет? А помнишь, как мы с тобой поссорились на первом звонке из-за колокольчика? Ну, не из-за колокольчика вовсе. Мне тут десятиклассник понравился, который должен был первоклашку нести с колокольчиком. А взрослые решили, что ты на его плече будешь смотреться лучше. И ты приревновала. До сих пор ревную и соперничаю с тобой изо всех сил. Ну ты что? Это же неправда. Ну, конечно, неправда. Конечно, неправда, Нин. Только вот почему одним все? И колокольчик, и муж заботливый, и сын умница. И денег туча вот так вот с неба, просто так. А другим шиш с маслом. Свет, завидовать-то нечему. У нас как не было денег, так и нет. Даже рассказывать стыдно. Ну, в общем, я эту лотерею спрятала в сапог. А мои дуралеи сделали мне подарок на день рождения – уборку. Представляешь, выкинули всю старую обувь. Ой, где я только не искала. В итоге ни сапог, ни лотереи, ни этих миллионов. Слушай, а я ничему не удивляюсь. Ничему. Вся ваша семейка, она больная на всю голову. Как можно было просрать такие деньжища, а? 15 лямов. Вам вообще-то ничего не говорит, нет? Может, вам вас всех к доктору показать? Ты чего? Я-то тебе что сделала? Знаешь, подруга, я давно хотела тебя спросить. А чем ты мужиков-то берешь, а? Ну, раскрой свой секрет. Каких мужиков? Ты не понимаешь. Мажаров как приехал, так вокруг тебя вертится. А ты вся такая простая, божий одуван. Не понимаешь, что мужику надо-то? Вообще-то у меня Саша есть. Ну так ты скажи Андрюхе, чтобы не ходил. Я ему 1000 раз говорила. Значит, я права. Крутишь с Андрюхой. Ну да, поднадоел-то, Сашка. А ты не понимаешь, как тебе с ним повезло. А ему, между прочим, простая баба нужна. Без тараканов. Как ты? А почему бы и нет? Может, такая, как я. А Сашка тебе изменил. Ему было хорошо. Так это с тобой ему было хорошо. А, да, да, он мне признался и прощения попросил. И еще сказал, что любит меня очень. А ты молодец. Ты жуй конфеты, они от зависти помогают. Саня, ну что тебе сложно, а? Просто взять и подарить мне пару миллионов. Тихо, тихо, тихо. Да нет у меня никаких миллионов. Леш, есть! Те, как миллионы появились, ты сразу скотиной стал. Ну ничего, я с тобой по-другому. Слушай меня, солдат. Сейчас едем к тебе. Ты даешь мне 2 миллиона. И я не трогаю твою семью, ты меня понял? Отвечать громко и внятно! Ты меня понял? Ты меня понял? Никит, ты дома?
Где отец? А? Отец где? Я не знаю. А что ты такая сердитая? Ничего. Что с тобой? Я сплю. Мам, ну я же слышу, что что-то случилось. Ты расстроена? Сыночка, я тебя прошу, оставь меня в покое. Диспетчерская. А Крапивин сегодня на каком участке? А, дома? А, точно, выходной же. Ну, ладно, спасибо. Опа! Ух ты! Брат, ты что здесь, а? Брат, ты что здесь? Ты меня! Быстрее! Развязывай давай! А кто тебя так, а? Что, придурок, что ли? Олень! Папа Римский, давай быстрее! Что ты смотришь, развязывай! А кто тебя так, а? Самолет! Мимо пролетал! Придурок! Ух ты! Ой! Это я, что ли? Саня, брат! Прости, нет. А! Прости, самолет. Братуха, прости! Я больше клянусь, не рюмки! Сань! У меня Светка права была. Терпеть нельзя! Ты звереешь с полтычка! Сань! Саня! Ну дай я тебя хоть подвезу. Себя подвези. Да вот трезвителя и зашейся. Поможет реально. Ой. Ой. Здорово. Ты что такое? Случилось что? Вот жили нормально. Сейчас мать плачет. Ссоры каждый день. Отец из дома ушел. Слушай, вали отсюда, а? Будь человеком. Уходи, давай, никогда я не приходи. Я увезу тебя отсюда. Пожалуйста! Что ты здесь? Ан, бери! Дети, за, да, вы, кто? Да.
Да, дети, да, да, вы! Придурок, тебе это чаще надо! Вера Матвеевна! Куда вы все, а? Сынок, прости меня, пожалуйста. Слушай, отстань, я спать хочу. Никит, можно я тебе все объясню? Нет. Спасибо. Ужина не жди. В ночь останусь. Не надо. Никит, навести Верочку в больницу. Она столько лет скрывала, что она моя бабушка. А сейчас хочет, чтобы я к ней проникся родственными чувствами. Слушай, она тебя любила, как родного. Даже не знаю, что ты ее внук. Ну ты, ты представляешь, вот эта вот росомаха засунула счастливый билет в старый сапог. А муж ее, да, на помойку его выбросил вместе с билетом. Потерять 15 миллионов. Это вообще уметь надо. Представляю, как она рыдала, копаясь в мусоре. Помнится, пару дней назад вы Нину Алексеевну подругой называли. А теперь смеетесь за глаза. За карму свою не волнуетесь? С моей кармой все хорошо. Я, между прочим, правду рассказываю. Мне, кстати, Света Комарова об этом рассказала. Ну да, парикмахерша. Да вы с Комаровой распространяете информацию быстрее интернета. Странно, что вам не доплачивают, как СМИ. Кстати, Зоя Валентиновна, я же к вам шла. Я на 2 дня в командировку, вам придется потрудиться. Как потрудиться? Подождите, нет. Ну а что, мне мало дополнительных этих уроков из-за Крапивиной? Кстати, пора бы ей вернуться и долги свои отработать. А вы, наверное, бесплатно за нее работаете, да? Хотите одну ставку? Или у вас очередь из работодателей стоит? Пойду я классный час проведу, хорошо? Значит так. Я вас очень попрошу, когда Нина Алексеевна вернется на работу, постарайтесь сделать вид, что ничего особенного не произошло. Хотя бы раз попробуйте не так открыто радоваться неприятностям других. Мымра. Состояние тяжелое. Ее нельзя волновать. Пусть Никита ненадолго зайдет, и на сегодня посещений хватит. Хорошо, спасибо. Почему ты скрывала? Что? Что он мой сын. Нет. В принципе, он парень уже взрослый. Сам о себе позаботится. Мы с тобой еще одного родим. Вырастим, воспитаем нормально. Андрей, иди на свою работу. Я здесь сына подожду. Надо же, ты мой внук. И совсем уже взрослый. Ты должен знать правду. Послушай бабушку. На Андрея пришла похоронка. Мне не нужно было думать,
о ребенке, о тебе, Никитушка. Потому она и вышла так быстро за Сашу. Саша давно ее любил, я знаю. А то, что она мне всего не рассказала, я сама виновата. Я ведь несколько лет с ней после свадьбы не разговаривала. Подружились мы, когда я заболела. Ниночка была мне опорой. И мы стали совсем как родные. То есть мама вышла замуж из-за меня? Да. Получается, мы теперь все родные. Не сердись на нее, Никитушка. Она у тебя самая лучшая. Устала я отойти. Я отдохну. Зашел бы хоть к соседям, помянул. Я и так ее не забуду. Как знаешь, я на занятия. Постой. Сынок, прости меня за этот срыв. Я всегда тебя считал своим. Даже забыл, что это не так. Пока этот не приехал. Прости, я виноват перед тобой. Прими соболезнования. Держись, мать, держись. Спасибо. Я с Надей работаю, как родная была. Если что, ты звони в любое время. Хорошо, спасибо. Жалко. Нин, ты прости меня. Я тебе в последнее время столько наговорила. Ты меня как бес попутал. Я даже не знаю, что говорить сейчас. Прости, пожалуйста. Бог простит. Да, жалко ее. Свет, солнышко, ладно, не плачь, не пожалуйста. Давай, крепись. До свидания, соболезнь. Ай, будь молодцом. Держись, мать. До свидания. Ой, до свидания. Царствие небесное. Пожалуйста. Всегда любил тебя. Андрей, пожалуйста. Я не могу без тебя, Нил. Отпусти! Права.
Алло. Да, хорошо. Нин, вот я занимала у тебя. Спасибо большое. Я знаю, что у вас с лотереей ничего не получилось. Ты можешь в любой день приступать к работе. Да какая работа? Меня муж бросил. Из-за денег, что ли? Сочувствую. Я правда тебя понимаю. Я сама, когда разводилась, время, конечно, оно лечит, но это очень больно. Может, помиритесь? Мне так плохо, я не могу. Нет. Знаешь, можно, конечно, жалеть себя и плакать в подушку, но лучше с головой в работу, правда. Самое главное, наплюй ты на эти слухи. Не слушай никого. Вы так, как под наблюдением из этого выигрыша. Наплюй, поняла? Да в том-то и дело, что мне все равно, что говорят, все равно. Слушай. Меня тут руководство на 2 недели посылает на курсы, а у дочки свадьба. Ну, может, ты вместо меня поедешь, а? Ну, заодно и развеешься. Да? Собирай вещи давай. А с руководством курсов я договорюсь. Так ты уж не подведи меня, ладно? Я не подведу. Спасибо. Ты что, куришь? И давно? Недавно. Читать нотации я не буду. Мое мнение ты знаешь. Я брошу. Пойдем, поговорить надо. Я уезжаю на курсы на 2 недели. Тебе придется позаботиться о себе и отце. Он ушел из дома, и я не знаю, где он сейчас. У нас разлад, но я надеюсь, он успокоится и вернется. Вы разводитесь? Думаю, что до этого дела не дойдет. Но я хочу, чтобы ты понял. Когда мне было столько же, сколько тебе сейчас, я попала в сложную ситуацию, и Саша совершил благородный поступок. Он предложил мне пожениться. И потом я ни разу не пожалела об этом. Саша всегда тебя любил и любит. И я тебя очень люблю. Ты уезжаешь с этим, с Мажаровым? Ну, что ты такое говоришь? Нет, конечно. Я просто хочу привести свои мысли в порядок. Ну, ты же сама в это не веришь. Никит, все решено. Я оставила тебе деньги в столе. А как ты без денег на своей этой учебе? Не переживай, там все включено. Никит, поддержи папу. Ему очень нужна твоя поддержка. И еще. Бросай курить. Тебе не идет. Все наладится, мам. Только дай время. Хватит уже. Не надоел тебе? Нам не все равно. Я ж тебе чужой. Ты мой отец. Пойдем домой, а? Отец. Тунец.
спешу, но что-то очень опаздываю. Ну, а маме я что скажу? Она, между прочим, звонит каждый день и спрашивает, как ты. А я ей что, должен про твои пьяные выходки рассказывать? Пап, ну, пошли домой, я тебя прошу. Я щи сварил. Первый раз, между прочим. А похвалить некому. Ну, пошли, а. Ладно. Только давай, думай быстрее. Ребята, сегодня у нас контрольная работа. Открываем тетради и записываем. Садитесь. Дорогие мои, скажите мне, когда вы в последний раз видели Ваню Зверева? Да как уехал, больше и не видели. Мне нужна ваша помощь. Ваня сбежал из детдома. И, скорее всего, он скоро появится здесь, потому что больше ему идти некуда. Я вас очень прошу, если вы его увидите, постарайтесь его убедить, чтобы он пришел ко мне. Я обещаю, что не буду его ругать. Я очень хочу ему помочь. А свои обещания я всегда сдерживаю. Вы меня знаете. Договорились? Продолжайте. Алло. Присаживайтесь. Да, Нина Алексеевна. Как учеба? Здравствуйте. Все хорошо. Я звоню новости узнать. Соскучилась по работе. Как там мои бэшки? Нормально все. Оля Смирнова Зоя Валентиновна к Олимпиаде по физике готовит. Отлично. А кто меня подменяет? А то у восьмых сейчас такие трудные темы. Ну, кто подменяет? Все понемногу подменяют. У нас нормально все, не переживай, приедешь, догонишь. А Ваня Зверев, не знаете, как он? А то я волнуюсь за него. Ваня, нормально, все хорошо, привыкает. Все хорошо у нас. Ты, главное, учись там и не переживай, хорошо? Давай, пока. До свидания. Алло, привет. Ну, как дела? Ты ел? Все нормально, мам. Скучаю, конечно, но не беспокойся. Слушай, у меня есть хорошая новость. Пришел ответ из Академии наук. Они возобновят раскопки летом. Ой, отлично. Очень рада. Да, но еще есть плохая новость. Короче, там утюг совсем поломался, я его пытаюсь починить. Не знаю, может, что-нибудь получится. Получится, не переживай. А если нет, то новый купим. А что, папа, вернулся? Нет, еще не вернулся. Ну, он переживает сильно, но молчит. Ну, ты знаешь. Да, знаю. Характером его Бог не обделил. Ну, ладно, мам, я тебя очень люблю и жду. Давай, пока. Привет. Я тут думал о тебе. Не чужие все-таки люди. Ты уже вырос. Пора отрываться от материнской юбки. В армию тебе надо. Это лучшая школа жизни. А колледж? Колледж, ну... Колледж можно отложить. Надо сначала мужиком стать, а уж потом все остальное. Если я правильно понял... Вы хотите, чтобы я был как можно дольше и как можно дальше от дома. Ну, примерно год. Ай-яй-яй. Опровергнув таким образом все изложенные факты, господин... Успеваешь? Повторить. Все изложенные факты господином Крапивиным... Слушай, что-то холодно, а? Так Нордост. Я предлагаю вышеуказанного господина Крапивина... Вызывал. А, да, привет. Привет. Жди меня там, сейчас приду. Извини, закончим попозже. Да-да, алло.
Слушай, ну? Я тут нашего выскочку на место ставлю. Я в газету пишу, вот с этой бумагой его ни одна уважающая себя компания на работу не возьмет. Да давно пора, Молодец, Семёныч. Погоди. Да! Что? Что? А ты? Ну? А он? Что? Послушай, немедленно позвони и сообщи им все, что они попросят. Да нет, с ними шутить нельзя. Все поняла? Ах, мерзавец, а? Что случилось-то? Ай, пока не знаю. Из секретариата мэрии позвонили, затребовали характеристику на Крапивина и номер его мобильного. Так это же хорошо, мы ему сейчас такую характеристику дадим, мало не покажется. Слушай, Гуров, иди работай, а мне подумать надо. Погоди. Что такого-то? Ну, сделал выручку по статье. Он же не только нас с тобой. Он все городское начальство подставил. Ой, не знаю. Тут нос надо по ветру держать. А статьей-то что? А статья пока подождет. Слушай, ты не болтай много лишнего, понял? Понял. Вообще, что ты тут торчишь-то? Ну что, работы что ли нету? Я лично с тебя три шкуры сдеру, если еще где-нибудь прорвет, понял? Понял, я. И вообще, что ты такой лохматый ходишь? А тебя все время водкой пахнет. Иди постригись, приведи себя в порядок. Семенович. Ах, статья. И про статью ничего не болтай нигде. Молчу. Начальство. Ешкин кот. Здорово, Сань. Здорово, чего пришел? Так я это мириться. Сань, прости, друг, прости меня, дурака. Я, ей-богу, больше с тех пор ни грамма. Я и в больницу сходил, торпеду мне зашили. Молодец. Поздравляю. В общем, мир? Че с тебя возьмешь? Мир? Мир. Слушай, а что я подумал-то? Ты, если ты домой не хочешь возвращаться, так давай, чего, у меня поживешь? Нет. Мне здесь как попривычнее. Странный ты какой-то. Ладно, не об этом сейчас. В общем, я что подумал, хватит нам на дядю горбатиться. Пора и на себя немножко потрудиться. В смысле? Я вот тут планчик накатал. Кузню свою открываем. С чего? Тобой, вдвоем. Вот, все и посчитал уже. Документы я, все согласования на себя беру, а ты их ковать будешь. Ну, там, оградки разные, заборчики, красоту всякую для богатеев. Слушай, боязно как-то. Сань, я как сварным привык, мне привычнее. Вроде при конторе надежно, а тут свое дело, боязно. Ладно, как хочешь, думай. Да, Крапивин, да, Вознесенский. Ну, 20 лет. Понедельник, могу. Че, кто звонил? Из мэрии звонили. Из мэрии? Да. Кандидатуру мою рассматривают на должность начальника городской коммуналки. Да ты что? Саня, соглашайся. Сань, соглашайся. Ты чего? У тебя получится, я уверен. Сань, что ты даже не думай? Что тут думать-то? Ты что? Да не бойся, это же я, дядя Саша, мы же рыбу вместе ловили. Не помнишь ты? Помню. Ну? Здрасте. Привет. Ты что здесь делаешь, а? Сбежал, что ли? Так, понятно. Да это не бойся, я тебя не сдам. Да не хочу в этот детдом! Я хочу жить в Вознесенске, ну или... Да хоть здесь. Как Робинзон. Да я сам здесь. Как Робинзон, только зима на носу. Ты ночуешь-то где? Где придется. А ешь чего? Так, понятно. Я рыбу наловил. Пойдем со мной чистить будем. Сейчас пожарим рыбки. Поможешь мне?
Вань. Ну все, 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 иди ко мне. Тихо. Сейчас домой пойдем. Пап, ты реально крут. Ты же теперь начальник городского коммунального хозяйства. Слушай, а ты маме звонил? Нет. Так позвони ей, она штука рада будет. Думаешь? Я вот что-то за Ваньку беспокоюсь. Сам привел его, сам все решил. Ни у кого ничего не спросил. А парень хороший. Нельзя не убить, согласитесь. Ну да. Но вообще, мам, человек у нас добрый. А здесь случай особый. Да это понятно, случай-то особый. Ты знаешь, сколько надо бумажек собрать? Сколько контор обойти, чтобы его установить? Ты это, глянь, как он там. И отверточку мне тоненькую часовую принеси. Да, сейчас. О, что, подслушивал, что ли? Да ладно тебе, не переживай. Наша мама самая лучшая. А вообще, знаешь, я всегда мечтал о брате. Давай, погнали, поедим. Я вообще не понимаю. Ну как вот объясним? Ну как можно было счастливый билет засунуть в старый сапог? Сколько можно злорадствовать? Ты все никак не успокоишься. У нее, между прочим, все мечты в один миг рухнули. Она этот билет в руках держала. Представляешь, каково ей? Ну, так-то я понимаю, да. Но меня, знаешь, больше всего что возмущает? Ну, она же подруга. Ну, почему не пришла, не рассказала? Я думаю, что она больше вообще ничем делиться не будет. Будет. Ничего страшного. Она у нас добренькая, простит, остынет. А, да ты что, больно же. Потерпишь. Я вообще не понимаю, ну что ты такая? Кстати, я тут Семена твоего видела. Ты вообще в курсе, что он зашился? Кто тебе такой глупости сказал? Раечка из поликлиники, которая по нему сохнет. Ну, зашился и зашился. Ну, смотри, смотри. Так-то он мужик нормальный. Свое не возьмешь, Раечка какая-нибудь к рукам приберет, локти кусать будешь. Глаза закрой. Да, мужик-то он хороший. Только когда выпьет, знаешь... Ну, не знаю. Тут я тебе не советчица. Мне бы вон со своими мужиками разобраться. Сын вчера выпивший пришел. Он так, правда, слегка как-то разнервничался. Еще духами от него пахло. Уж девушка бы не связала. Ну, давай, я. Давай. Помянем мать. У меня, прикинь, Геш, очередной сын родился. Да ладно. Ага. Письмо из части пришло. Вот закономерность странная. Ни одна из баб не спрашивает, хочу я детей вообще или нет. Во-во-во. Слушай, кстати, соседка-то выгнала что-то, да? Да погоди, не вечер еще. Я такой, прикинь, увольняюсь из армии, в общем. Приезжаю домой. А Нинка такая телочка стала. Вау. А тут еще бонус. 15 миллионов выиграла. Да. Угу. 15 миллионов. 15 лямов. Я думаю, все, женюсь. Угу. Хватит, набегался, нагулялся. Ну, такой приход. Бабло и баба. Нагулялся, хватит. Но эта дура умудрилась этот выигрыш потерять. Как потерять? Да вот так, потерять. Но это еще не все. Сын ее, Никита, от меня. Да ты что? Ага. Ну я такой, давай подкатывать к ней. Ну она вроде такая повелась. А тут муж ее. Как давай ревновать, такую духоту устроил. Матери сердце не выдержало. В общем, смотрю на этого Никиту, на ее сына. Ну, вроде бы есть сходство. Но ничего к нему не чувствую. Но как мать умерла, так вообще там ничего не держит. В общем, спасибо тебе, Ген. Вовремя ты мне работу в центре подогнал. Да ладно, забей. Давай. Спасибо. А вот, смотри, Нинка. Она здесь на курсах учится. В гостишке живет. Mm. Знакомься, Нин, как
капитан Маслов. Да ладно. Гена. Не на... Так вот вы какая. Нет. Присядь, мы тут мать поминаем. Давай с нами. Присоединяйтесь. Ой, извините, я... Я, конечно, очень любила Веру Матвеевну, но... Простите, я не хочу вам портить компанию. Нет, да ладно тебе, стой. Извините. Красиво и неприступно. Никуда не денется. Ну, давай, давай. Лин, надо поговорить, открой. Я знаю, ты меня слышишь. Лин, прости. Да, я виноват, что мы не вместе. Я ужасно себя вел, да. Понимаю, что не можешь простить, но... Не надо. Я должен был настоять, да, увести тебя и Никиту. Ну, а почему ты мне не сказала про сына вообще? Мы могли быть счастливы втроем. Не, открывай, давай. Нет. Ну, я знаю, что я тебе нужен. Нин. Я пытался забыть тебя. Но одиночество — это так больно. Нин, а хочешь, давай, давай начнем все, все сначала. Я увезу тебя отсюда. Начнем все с чистого листа. Давай. Пускай здесь живут всякие Сашки, Светки. А мы уедем, будем счастливы. Нин, открой. Ну что ты меня мурыжишь, как мальчишку? Нина, открывай. Я же чувствую, ты меня хочешь. Давай. Вот чтоб я дверь выломал, что ли? Нин! Слушайте, давайте потише, пожалуйста. Мужик, закрой дверь. Я сейчас полицию вызову. Дверь закрой. Козел. Нин, дешевка ты, Нина, и Сашка твой слабак. Изуродовали мне сына, воспитали Никиту под себя. Ну и живите, благословляю. Да сколько можно, дайте поспать. Все, 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 ухожу. Завела и не дала. Тетя Лиза, встречай первенца. Светка. Доченька моя. Давай за стакан. Дома, прекратите, лишь бы выпить. Что значит прекратить? Да, скорее, скорее, скорее. Ой, какой хорошенький. Милочка. Ну, братцы. Хорошенький ты какой. Доченька. Да вы что, ребенка-то облили? Масечка мой, ну... Ну, а что же вы так? Облили, обмыли. Обмыли копытца. Саня. Давай салки играть с мамой. За уши, держи. Алло,
Сынок, что случилось? Это Ваня Зверев. Ваня, извините, Нина Алексеевна, я очень поздно звоню. В общем, я сбежала из детдома, а дядя Саша нашел меня и позвал жить к вам. Я просто не знала, что он ваш муж. Так, подожди, ничего не поняла. Никита где? Нина Алексеевна, они не виноваты, честно. Нина Алексеевна, дядя Саша и Никита не виноваты. Пожалуйста, простите их, они очень вас любят. Я сегодня последний день переночую, завтра вернусь в детдом. Честное слово, они вас очень любят, Нина Алексеевна. Ваня, я все поняла. Послушай, никуда не уходи. Ты мне скажи, вы в порядке? Кто? Ты, Никита, Саша, спрашиваю, вы в порядке? Да. Все отлично. Так, я тебя очень прошу, никому не рассказывай о нашем разговоре, слышишь? Это будет сюрприз. И, пожалуйста, не смей никуда уходить. Дядя Саша всегда принимает правильные решения. Я тоже хотела, чтобы ты жил с нами. Ты понял меня? Да. Хорошо. Все будет хорошо, слышишь? Давай. Ой, Софья Андреевна, здрасте. Закончила учебу? Да. Домой хочу. Соскучилась. А вы откуда? А я все по родственникам. Сестру навещал сейчас вот на кладбище могилки проведать. Вы не поздравьте Сашу от меня. Вот я всегда говорила, он молодец. А что случилось-то? Вы не знаете? А, вот я болтушка. Он, наверное, хотел сюрприз сделать. Ну, рассказывайте, раз начали. С должностью вас новой. Саша теперь начальник комхоза. Да все что? Говорят, проекты будут новые. Работы людям будет. Вот так новость. Да. Я всегда знала, что Саша лучший. А сосед-то ваш, сын Вера Матвеевна, охранника избил сильно. Вот начальник подчиненного. Я не понимаю, как у милейшей Веры Матвеевны мог получиться такой сын? Подлец. Ой, моя остановка. А пока. А, ага. Подождите, я тоже выйду. Как же мне тебя не хватает. Ты знаешь, а ты была права. То, что важно, за деньги не купишь. Мам, я счастливая. У меня есть Саша и Никита. И я ими очень горжусь. Свет. Привет, давай. Тяжелый. Я слышала, у тебя новая жизнь, и ты зашился. Я тебе не нужна. Что сразу помочь? Че не нужна? Ты нужна? Свет. Все. Свет. Ну все. Свет. Неудобно, ты где смотришь? Свет. Все. Ой, я что-то... Сейчас, аккуратно. Все нормально. Все. Подвинем. Ну ладно, пойдем домой. Я беляши пожарю. Беляши? Да. Классно. Классно. Ага. Ты правда запишешься? Никит, вы там с Ванькой приготовьте еще пару листов. Да. Сейчас пока не подавай. А. Сейчас я нахлестик сделаю. Окей. Thank you.
Вот, молодец. Нормально? Давай по себе чуть левее. Да, вот прям на одну. Вот так. Никит, подай, пожалуйста, там корыто с гвоздями. И пассатижи там должны быть. Вот гвозди. Ага. Вот пассатижи. Спасибо. Слушай, пап, мы борщ вроде не варили. Да мы вроде ничего не варили. Мама! Маменька, дожди сюда, сгори.